договорилась встретиться с другом. Естественно, где? Естественно, у Большого. Естественно, у театра. Сижу, жду Васю, который так долго меня ждал, что ушел в магазин. Привет! Привет! Короче, такая история сейчас произошла сегодня, значит, у меня выходной. Так, так. Значит, захожу на балкон, а там голубь. Вообще, ну он какой-то нереальный. Ненавижу, он еще... голубей, кстати. Я тоже не очень люблю, но он еще, понимаешь, жирный, такой надутый, надутый голубь. И я вообще думаю, что делать? Он сидит на папиных лыжах и смотрит на меня. Так, а птицы на балконе — это к смерти. Сейчас звоню маме, говорю, это к смерти. Однозначно кто-то умрет. А она мне говорит, типа, Вась, вообще-то синица к смерти. Вот, ну, в общем, голубь прилетел, пока я с мамой разговаривала. Вот я сфоткаю. А, спасибо большое. Мы на видео снимаем. Это видео. А вы можете сейчас показать сексуальность? Ну, нет, я старенький. Ну, и ничего. Ужас, не приговор. Вот живете до 60 лет, вон, до 50. Ага. Вот показывает сексуальность. А я как раз про синицу рассказывал. Дратуйте. Это Вася, Вася, поздоровайся. Да. Всем привет, дратуйте. Кстати, родителям привет. Хорошо, спасибо. Передадим обязательно. Покажи сексуальность, давай. Давай. Быстренько, в трех моментах. И раз, два, три. Давай вместе покажем сексуальность. Давай, давай. Давай. Раз. Ну, у нас фотосессия. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Привет. Здравствуйте. Вот, мы обсуждаем тему дратути. Дратути? Пашка, а можете сказать дратути? Ой, дратути вам. Ладно, давайте я сейчас всех подведу к нам, и будут они все говорить дратути. Скажите, пожалуйста, дратути. На дороге стоим, нас сейчас могут сбить. Можете сказать дратути? Почему? Мужчина, ну как же так? Он ушел. Ушел, не попрощавшись. Можете сказать дратути? Дратути. 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 Вон туда дратути. Дратути, скажите. Скажите, пожалуйста. Ура! Спасибо, спасибо вам огромное, счастье. Давай, короче, к людям попристаем, так, чтобы мы их давно знаем, знаешь? Ну да. Ой, здравствуйте! Здравствуйте! Как блин, мы так рады! Мы так рады видеть. Давно не виделись. Вот, хорошего вам дня. Здравствуйте. Как вы? Как? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Привет, моя хорошая. Так нельзя, это педофилия. А знаешь, мужчина с бородой? А ты такой, мужчина с бородой. Она про вас. Давай мы репортер РТР. Давай. Как относишься к голубям? А, думаешь? Нет. Девушки, а у вас вопрос. А вы любите голубей? Голубей? Нет. Мы тоже вообще. Голуби ужас, да? Просто. Извините, пожалуйста, быстрый вопрос. Вы любите голубей? Ненавидите? Давайте пятерку у вас вообще. Обязательно. Молодец. У-ху! Просим вот у этой девушки. Да, давай. Она любит. Девушка, извините, пожалуйста, а любите ли вы голубей? Голубей? Да. Да что это? Что голуби! Молодой человек, я вам сейчас помогу открыть дверь, потому что я вижу, вы не справлялись. Скажите, пожалуйста, какую коробку можно мне выбрать? Наверное, вот эту, да? Она такая тяжелая. Он ушел, человек бросил машину из-за тебя. Спасибо. Зачем тебе коробку? Машина, я не меню. Маша, человек думает, мы ее вернем. Ребят, я украла коробку. Но все равно, что я у вас украла коробку. Я не думаю, что я украду. Вы не материально ответственны? Я не думаю, что я украду. А, он не думает, что я украду. Ну, конечно, побежали. Он не думал, что я могу украсть. Маша, тебе не тяжело. Да, воровские мои способности с каждым видео все. А человеку, ну ему растут. Просто вот, ребят, пожалуйста, чтобы вы понимали, как бы, ну вон они, а вот мы, как бы, ну и ноль, обнуляй. Ребят, от всего сердца хочу подарить вам. Нет, спасибо. Там голуби. Я их вот так нарисую. Чтобы они давали перышки. А какой от голуби толк? Никакого. Закон кармы. Ребят, если вы украли коробку... Ее нужно опять подарить, и вы снимете себя грязь. Подарить, ее надо вернуть. Украла подарок для вас. Спасибо большое, но вы можете... Им-то. Для сэндвича. Украла, ну хорошо, ладно. А им все равно, понимаете? Вот вообще все равно, я хочу вам подарить, а им все равно. Я только что бегала с ней. Оба! Это нам... Мы будем платить за упаковки. Слушайте, там, а там Prime, это Prime, коробка с едой от Prime. Я передумала вам дарить. Я думала, вы за мной побежите. Вы даже не бежите со мной. Что вы хотите вам вернуть? Вы не ожидали, что я вам верну?
Что, ходить подарить что-нибудь? Ребят, ребят, сейчас мы будем подводить... Ребят, сейчас мы будем подводить конкурс репостов. Вы делали репост с моей страницы моего видео и оставляли свои номеры и телефоны внизу в комментариях. Сейчас мы выберем победителя и позвоним вместе с ребятами. Да. Даже, да. Давайте я открываю. И мы тыкаем закрытыми глазами. И вы просто говорите стоп. Стоп. Так. Мы звоним Дарье Рябовой. Ребята, можно потише, пожалуйста? Вера, абонент не может ответить на ваш звонок. Лучше позвонить, чем у кого-то занимать. Здравствуйте. Так, мы звоним сейчас Анастасии Московской. Настя, привет. Привет. Как дела? Нормально. Настя, это знаешь кто? Кто? Это Маша Милаш. А, привет. Привет. Как вообще дела твои? Круто. Передай привет кому хочешь. Да, давай кому хочешь. Передаем привет Шуркову Алене. Мы тоже передаем, да, Алене привет? Да, Ален, привет. Ален, ты супер. Можно, а давай так, давай, какое твое любимое телешоу? Ну просто, чтобы как-то разгрузить наш аврал эмоций. Спокойной ночи и хорошего тебе дня. Пока. Алло. Алло, Даш, привет. Это Маша Милаш. Да? Да. Правда? Правда. Господи. Я так рада, спасибо тебе большое. Да тебе спасибо, да, что делаешь мои репосты моих видео. Да, замечательные видео, они просто вдохновляют. Мне очень приятно. О, я так рада. Я тоже. Ты очень милая, клевая. Я очень рада. Спокойной ночи. Да, надеюсь, спокойной мы с тобой увидимся. Пока. Мне просто очень мило, круто, потому что... Это девушка невонятная, постоянно. Если сделать репост этого видео, оставите свой номер телефона, то, возможно, в следующем видео я позвоню именно вам. Все, извините, выходим. Наши танцы закончились. Улица закрылась. Нет, мы будем танцевать здесь, ребята. Танцевать. Я не умею. Нога, хода! Вторая! Давай! Поехали! Ножки, ножки! Ножки, оп! Другой! Я думал, это не всерьез, а теперь я не могу прожить дня. Это перегруз, это перегруз. Такая интересная задумка. Нужно мочил ее полностью. Всю, 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 всю. Ну, нужно мочил ее полностью.